Ну что, мы с вами сегодня отправляемся в путешествие по порогам реки Торнио. Река Торнио разделяет Швецию и Финляндию. Нам предстоит преодолеть пороги в 15 километрах от Балтийского моря Ботнического залива. Я желаю нашей команде удачи. Воды очень много, то есть не очень каменистая местность, что хорошо для новичков. Всем удачи! Девушки не испугались, это значит, что можно всем... Кажется, что страшно, но на самом деле, когда начинаешь Но на самом деле, бывает и страшно. Да. Могу сказать. Кто выбрался? Как передовой. Да. Выбрался, а потом поплавал. Понял? Нет, второй раз там, как вы прошли левее, мы ушли вправо, и там вот такие вот прям вот горбы были. И, честно говоря, впереди страшно. Не очень приятно. Попробуем. Ну, в общем, всем рекомендую. Да. Ну, вообще, да, весело. Тимбилдинг, very good. Такой, да. Ну что, замечательно, обошлось без жертв, все довольны. Не обошлось без людей за бортом, но, тем не менее, все справились. Всех смогли обратно поместить в плот, поэтому все хорошо. Да, волна, конечно, не девятый вал, но некоторым было жутко. Ну, в этом вся суть. Хождение на плоту. Ну, все молодцы, все справились. Хороший день.